Былой Твери очарования. Выставка под таким названием открылась в стенах парламента областного центра. Автор работ – старейший член городского фотоклуба Вячеслав Максимов. Роман Быков был среди тех, кто разглядывал работы мастера. Тьмака, запруженная моторными лодками, и деревянные дома на улице Горького. Строящийся мост через Тверцу и здание бывшей гостиницы «Венеция» на тогдашней улице Урицкого. Все это, несомненно, будет интересно рассмотреть посетителям выставки, которая открылась на первом этаже Тверской городской думы. Это наша история. Я всю жизнь прожил в Твери и очень люблю наш город. И вот те места, которые вот запечатлены на этих фотографиях, они мне знакомы. Они сейчас совсем по-другому выглядят. Но вы знаете, вот погружение вот в эту вот атмосферу моего детства, моя история, оно очень радостно. Автор этих работ – Вячеслав Дмитриевич Максимов, старейший член городского фотоклуба. В 1968 году окончил курсы фотографов, пошел работать в Тверской краеведческий музей, где и трудился по профессии 43 года. Попутно увлекся съемкой улиц, домов и объектов родного города. В 60-е и 70-е годы Калинин стремительно развивался. Старые дома сносились целыми кварталами. Тогда ему и пришла в голову мысль запечатлеть виды уходящего в прошлое улиц, что было подчас непросто. Лазия и с верхних точек снимал очень много, по чердакам, бил себе в голову, так, иногда обалки стучал. По-всякому было, но цели добиваться. И, по-моему, на снимках это все показывает. Цель этой выставки не только просвещение тверичан, а именно посетителей муниципального парламента, но и привлечь внимание меценатов, чтобы они помогли издать полноценный сборник фоторабот Вячеслава Максимова. Человека, который постарался оставить открытым окно в мир города, который навсегда остался в 20 веке.